Ребята, всем привет! Вы на канале Ушастик Kids. Анжела, просыпайся скорее, не надо грустить. Давай скорее примем душик и почистим зубки. Ребята, кстати, а вы заметили, что моя кошечка Анжела уже на 42-м уровне? А на каком уровне ваша Анжела? Пишите мне, пожалуйста, в ваших комментариях. Ты готова? Ну, давай вылазить. Ух ты, какая у тебя уточка. Хочешь попкорн? Хорошо. Но для начала почистим зубки. Ну вот. Теперь пойдем завтракать. Что у нас тут есть из еды? Хочешь пиццу? Твоя любимая кашка с фруктами. Могу угостить тебя буррито. А, ты хотела попкорн. Передумала? Ты передумала, точно? Но ты же просила, нет? Ну, хорошо. Пойдем почистим зубки и оденем тебе какое-нибудь новенькое платьице. О, мы перешли на новый уровень, ребята, здорово! У нас открылась какая-то воскресная шляпка. Интересно, интересно. Давайте купим для Анжелочки эту шляпу. По-моему, очень клевая. Осталось только подобрать под нее платье. Давайте посмотрим, что мы с вами можем выбрать. Но только я, наверное, верну ей белую шубку. А можно сделать черно-белую. Или белую. Сейчас попробуем, посмотрим. Давайте сделаем черно-белую, наверное, все-таки. Вот такая у нас будет черно-белая Анжелочка. Теперь выберем ей платье специально под нашу новую шляпку. Можно одеть вот это. А, вот, смотрите, как раз цвет совпадает с цветами на шляпке. Вот такое платье. Давайте теперь сделаем для нашей Анжелы макияж. Но еще поменяем цвет глаз. Можно сделать глаза куклы. Глаза кошки удачи. А можно сделать коричневые глаза. А давайте сделаем глаза куклы. Теперь сделаем макияж. Даже не знаю, какие тени ей лучше подобрать. Попробую я золотые. Вот так. Внизу немножко накрасим. Давай второй глаз. Отлично. Выберу тушь. Ребята, а какой вы делаете макияж для черной кошечки Анжелы? Напишите мне, пожалуйста, в ваших комментариях. А я выберу губную помаду. Может быть, персиковая, как вам? Нравится? Отлично. Да, пожалуй, оставлю именно ее. И выберу румяна. Можно вот такие. Конечно, можно добавить немножко мерцания. Сделаю ей два цвета румян. Вот, макияж готов. Вам нравится?
Вот такая у меня получилась сегодня кошечка Анжела. Если вам понравилась она, ставьте ваш лайк. Вот такая красотка в шляпе с розами. А давайте-ка посмотрим, что у нас сегодня в пакетике с наклеечками. Открою. Вот такие наклеечки у нас сегодня, ребята. Ну что, Анжела, самое время немножко поиграть. Но перед игрой давай немножко обновим тебе террасу. Сделаем новый вид из окна. Давайте сделаем панораму Нью-Йорка. Поменяем стол и игровую приставку. Можно сделать вот такую желтенькую. Попробуем заменить пол. Вот такая у нас будет терраса. Тебе нравится, Анжела? Я рада, что тебе понравилось. Надеюсь, ребятам тоже понравилось. Теперь давай выберем игру, в которой мы с тобой поиграем. Может быть, немножко поиграем в желейку? Как вам идея? Ребята, а кто-нибудь из вас поставил новый рекорд в этой игре? Если кому-то удалось, то обязательно напишите мне, какой у вас новый рекорд. О нет, что-то количество монстриков у меня прибавляется и прибавляется. Еще один монстрик, надо же. Вот так, сейчас я попробую все убрать. Остался всего один. Мы на втором уровне. Здорово. Розовые кошечки. Уберу красные. И мы перешли на третий уровень. Количество монстриков с каждым разом становится все больше. Осталось всего два. Ну вот. И мы на четвертом уровне. Ребята, не забывайте подписываться на наш канал Ушастый Китс и смотреть новые серии с кошечкой Анжелой каждый день. Ого, сколько у нас желтых мармеладок. Попробую соединить их по максимуму. Остался всего лишь один монстр. Ура! И мы на пятом уровне. Попробую убрать розовых кошечек и красных собачек. Теперь зеленых мишек. Желтых кошечек. И у нас
большая полоска розовых кошечек. Ой, у нас с монстриком совсем рядом нету ничего одинакового. Но наконец-то желтые котики и голубые. Ура, мы перешли на 6-й раунд. Смотрим, что у нас тут есть одинакового. Сразу удалили 3 монстриков. И остался всего один. Ну вот, этот уровень мы с вами быстро прошли. Берем зеленых собачек. Ой, у нас осталось всего 13 ходов, но монстриков еще очень много. Желтенькие котики. Всего 4 хода. Опасно, опасно. Мы можем с вами проиграть. 3 монстра. А вот он еще один. Я его и не заметила. И сегодня мы с вами прошли аж до 8-го раунда, ребята. Ребята, наша Анжела немного устала. Самое время переодеть ее в пижамку. Давайте оденем ей пижаму зайки. Вот такая у нас Анжелочка-зайка. Смоем макияж и отправим Анжелу отдохнуть. Готово. Ребята, ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал Ушастый Кидс. Мы всегда рады новым друзьям, ребята. И смотрите новые серии с кошечкой Анжелой каждый день. Сладких снов, Анжела. Всем пока-пока.